Испытание. США, 1985. Я закинул рюкзак и вышел из чужого дома в чарующую золотую пенсильванскую осень, свежую и жизнерадостную. Тогда мне было почти легко и немного страшно от полной неизвестности впереди. До вокзала надо было добираться с пересадкой, а потом дальше на Нью-Йорк. А там как будет и что будет? Среди сосен мыкались коттеджи и пересвистывались белочки, район американского среднего класса. У автобусной остановки на стволе одиноко висело объявление: «Скорая телефонная помощь. Если вы в беде и вокруг вас никого нет, а вам некуда идти, звоните, мы поможем». Прямо знак свыше, подумал я, сбросив все свои пожитки на влажную от прошедшего дождя парную землю. Бывает же такое. Может, Бог есть, а то я... Последняя строчка с телефоном вернула в реальность. Общественная организация геев и лесбиянок Филадельфии, звони, мы немедленно придем тебе на помощь. Бога нет, сказал я, и подумал: а чем черт не шутит? Подошедший автобус уже открывал мне дверь в Америку.